начала я свою деятельность с городского ученического самоуправления. Совершенно случайно я узнала в школе о том, что у нас есть ученический совет. А благодаря этому я попала как раз-таки в структуру самоуправления города Краснодара. Сначала в школьную структуру самоуправления, потом уже в городскую. И в городской структуре я познакомилась как раз-таки о разных молодежных организациях, с которыми мы теперь сотрудничаем, с которыми мы теперь работаем, которые позволяют ребятам из школ разных, да, из различных организаций окунаться в как раз-таки ту атмосферу и ту тематику, которая в дальнейшем им дается, и развиваться вот в зависимости от того направления, которое они для себя выбирают. Я могу со своей стороны порекомендовать как раз-таки структуру молодежного самоуправления, потому что благодаря этим структурам ребята могут для себя выбрать направление, в котором они будут развиваться. Благодаря этому направлению они могут познакомиться с той работой уже на практике и понять для себя, действительно нужно ли им в этом направлении двигаться или нет. Возможно, им стоит пересмотреть, допустим, там, да, те мечты, в которых они там, да, видят в дальнейшее будущее. Возможно, стоит над собой чуть больше поработать и добиться более высоких результатов, либо же как раз-таки там, вот, выбрать другое направление.